Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня мы с вами вновь отправляемся на Баренцево море и попробуем половить морскую рыбу со льда. Погода у нас сегодня хорошая, минус 5 градусов, небольшой северный ветерочек 4-5 метров, но, к огромному сожалению, нанесло вот столько снега за ночь. Поэтому дороги нету, будем бить заново дорогу, ну я думаю часа 2-3 на это точно уйдет. Но ничего страшного, пробьемся, я надеюсь море нас за труды хорошей рыбкой отблагодарит. Добрались до места рыбалки, пару раз покопались, ну ничего страшного, выкопались. Значит, рыбачим мы сегодня в палатке. Прошлые ошибки мы уже исправили, даже когда приезжаем на день, решили брать палатку со светом. Здесь у нас комфортно, тепло и хорошо. Со мной сегодня рыбачит Юрий Петрович. Всем привет. Рыба пока у нас не клюет, но мы только-только поставились. Время 9 часов утра, будем надеяться, что клев скоро начнется у нас. Вот и первая поклевка. Посмотрим, что у нас здесь. Глубина у нас тут где-то в районе 20 метров, может 22 даже. Сегодня мы решили на глубине попробовать порыбачить. И, да, ребята, первая зачетная сайдочка. Ну, первую рыбку мы берем, зацепилась не сильно, целуем и отпускаем. И ждем крупную сайду и треску. С грунта? Да, с грунта. Ой, ты елки. Тут придется так. Неудобно катушкой крутить-то. Глубина большая. Да. Да и катушка это чуть-чуть неудобно. Да, я же говорю, катушкой то неудобно крутить. Опускать удобно, а... Поднимать тяжеловато. Да. Моей удобно поднимать, но опускать не ну, очень да. Удобно. Ну, что у нас там идет? О, это трясочка. У нас трясочечка. Так, ну что? Сайда треска есть, значит рыба ловится, а, Юрий Петрович. Вторая. Ну, здесь можно уже крутить. Есть, нет? Нет, наверное. Убежала? Ага. Бывает. Да ничего не успеваю. О, что-то посолиднее должно быть. Там что-то клюет. О, какая сайда, ребят. Так, рыба клюет вообще активно. Вторую удочку поставить мне не дает. Опа. Есть. 6 метров от льда. Моя любимая мормышка. И что у нас тут идет? Даже 7, наверное, метров. Что-то такое хорошее, ребят, поднимается. Во какая. Вот это сайда. Вот это рыба, я понимаю. Килограмм. Такая рыбалка мне нравится. Что у вас там? Сайда, трясочка? Да, наверное, небольшая трясочка. Да, в палатке не на улице. Леску не поразбрасываешь. Угу. Да, вот она. Да. Ну, 250-300 грамм. Да. Ничего такая. На сковородку самое то. Угу. Самое сладенькое. А? Есть? Да, вроде бы есть. По ощущениям? Небольшое что-то. Небольшая трясочка, да? Да, скорее всего. Пока трофейной нету. Угу. Но сейчас я на трофейную выставлю. У меня с собой, ребята, пару флажочков хороших. С корюшкой, с селедочкой. Да, трясочка. Вот. На флажке у меня вот такая селедка. Видите, смотрите, куски какие огромадные. Потом корюшка. Ну и... Вот такие крючки.
хорошие крючки. Не хочется на улицу выходить. Что? Не хочет убегать. А этот-то не. Он говорит, я буду с вами жить здесь. Не хочется выходить на улицу, но надо. Даст мне уйти-то или нет? Все, вытаскиваю. Удочку даже опускать не буду. Оставлю ее. Пойду жерлицы поставлю. Все-таки на жерлице надежда есть хорошая, что что-то зачетное клюнет. А здесь какая-то мелочь поклевывает только. Ну что у нас там? Ну. О. Дуплет. Дуплет. Ну это разве треска? Ну это подобие трясочки. Смог я установить только один флажок, оказывается, у меня лески не хватает на втором. Ну, пусть постоит, посмотрим, что будет. Народа здесь уже много сегодня рыбачит, мы не одни. Но в палатке все-таки рыбачить лучше. Поэтому пошел я рыбачить в палатку. Ну как тут у вас, Юрий Петрович? Потихоньку. Потихоньку, да? Ну понятно, трясочка. Сайда, конечно, здесь крупная. Глубоководная. Че, клевала? Ага. Тюк-тюк и все. Мелочь, наверное. Да, прежде всего. Не знаю, ребят, мелочь. Просто реально одна мелочь ловится. Не знаю, что делать. Ну, будем сидеть, потому что на улице рыбачить, искать рыбу вообще невозможно. Очень там холодно, очень ветер сильный, снег, пурга. Поэтому будем сидеть здесь дожидаться. Ловить такую маленькую, ну, в надежде на то, что все-таки что-нибудь сегодня хорошее у кого-нибудь, либо у меня, либо у Юрия Петровича, но клюнет. О, что-то сопротивляется. Либо сайда, либо трясочка. Ну, чуть-чуть. Более-менее по размеру. Сейчас посмотрим. Ну, я думаю, сайда, кажется, должна быть. Хотя с грунта. И идет у нас там, идет. Да. Две трески. Дуплет. О, ребята, что-то посолиднее, чем трясочка маленькая. Сегодня первая такая рыба у меня хорошая. Сейчас посмотрим, что там. Надеюсь, хорошая трещина. Хотя бы с килограмма. Да, ребятки, вот такая трещинка. Ну, не килограмм, конечно, но грамм до 700 есть. Все, дело пошло. Опа, есть. Это у нас сайдочка. Идет с 7 метров. Эту рыбу мы любим, она крупная. Смотрите, какая. О, это я понимаю. Какой трофей. О, это вам не корюшка. По 15 грамм. И не налим с килограмм. А это сайда с килограмм. Активная рыба. Опа. Есть. И опять сайдочка моя любимая. Подошла рыбка. Стала клевать. О, какие трофейчики. Интересно, долго это продолжится или нет? Я вот так нацепил маленькое для нее. Вот такой солидный кусочек. И туда. Опускаем до 7 метров и ждем поклевку.
Тип. Здесь у нас сайда. Вот такая. Упирается, упирается сайдочка. Пошла гулять. О, какая, ребят. А? Вот это рыбалка. Красота. Здесь что-то клюет. Везде клюет. Все-таки моя мормышка, кому интересно, еще раз показываю. Вот такая. Во. Просто огонь. И вытаскивает легко, и летит, и сайда ловится на нее очень хорошо. Опа, есть. О, хорошая сайда. Хорошая сайдина идет. О, прям вообще зачет. Ну, родная, где ты у нас тут? Давай, давай, давай. Блин, упирается. Ох ты. Отлично. О, еще у нас поклевка. Да. Есть. А тут у нас грунта. С грунта у нас очень часто маленькая трясочка ловится. Хотя сейчас посмотрим, что здесь. Что-то было, было и, кажется, ушло. Не, здесь. Здесь, что-то здесь. Не знаю, где. Да. Ну, Юрий Петрович, как всегда, зацепил. Да, вот даже не знаю, что делать-то. На грунте сидеть, ждать хорошую рыбу и такую ловить. Либо поднять в пол воды. Не, наверное, все-таки пусть одна на грунте, одна в пол воды ловит. Ну, клюй, клюй. Это у вас на сайду стоит? Да. Есть? Есть. По размеру что? Небольшая. Легко идет. Хочется таких. Да, ну, нормальная сайда. Ну, нормальная. Показалось, что меньше. Хорошая. На мою мормыху, да? Да. Эх, хорошо работает мормышка. Сидит? Да. Опять мелочь? Да. Не мелочь, но мне интересно. Ну, если так идет легко, ну, так крупная бы не шла. А может, она подымается? А, ну... Помогает мне. Бежит, бежит сама к лунке. Ну, сайда же бывает, поднимается вперед. Ну да. К лунке бежит. Ну, а сколько? 100 грамм. Да. Вот они, настоящие северные рыбаки-то. Пурга, метель. 6 часов уже стоят и все ловят, ловят. А мы в палатке греемся. А они ловят. И уезжать, главное, не собираются. Томил рыбачит здесь. Ладно, надо будет хоть позвать их в палатку погреться. А то замерзнут. Так, что у нас здесь? Опять мелочь, наверное. Да, опять трясочка, но у нас здесь удочка. Туда вниз уезжает. Но здесь у нас сайда. Тоже не знаю, не крупная, кажется. Сейчас посмотрим. И поехала. Да не, нормальная сайдочка. Вот так и рыбачим. Сайда? Сайда, скорее всего. Так, Юрий Петрович, ух ты! Вот это рыба, я понимаю. О, вторая клюет. Есть? Есть. Есть. Вот это сайда, я понимаю. Больше килограмма. Угу. Это что у нас? А здесь, наверное, трясочка, больше некому. С грунта у нас треска ловится. Тем более, да, идет не та самая трясочка мелкая. Так, Юрий Петрович, о, у меня там клюет. Да. Трясочка. Ага. Вот как нам идти снегоход прогревать, мы решили. Смотрите, о. Вот поднимите мы. Потащила.
Есть? Да. Ну, вот я же говорю, как делом пойти позаниматься, сразу же клев. Ну, сидели ж, не клевало минут 20. Ага. Закон подлости. Да. Мелковато. Сама выпрыгнула. Эх, даже кофе не дает налить. Что? Не, здесь. О, что-то упирается. Дай бог трещинка. Посмотрим, что у нас здесь. Глиссайдочка все-таки. Ну, давай, давай, давай. Это у нас, это у нас. Это у нас трещиночка. Да, мелковата рыба. Ну, хоть такая, чем вообще никакой. Что-то клев вообще у нас практически прекратился, редко-редко поклевывает. Даже сайда пропала. Ну, я думаю, еще полчасика-часик порыбачим и хватит. Поедем домой. Что-то подсело. Вот что значит попить кофе. Сразу же клев. О, начинается. Хоть что-то покрупнее, надеюсь. А? Так упирается. Может, хоть полкило какая-нибудь. Или сайда все-таки. Или сайда, наверное. Да, сайда. С грунта. Давно у нас сайды не было, ребят. У нас все клюет. Трясочка, трясочка, трясочка. А вот, видите, сайдочка мелковата. Пускай бежит. Так, ну что, что делать-то? А ничего, ловить дальше. Там не такое уж и крупное, как хотелось бы. Да, опять трясочка маленькая. Угу. Не знаю. Что делать с ней? Не знаю. Рыбаки уехали, а мы, дорогие друзья, остаемся рыбачить. Но я думаю, мы еще порыбачим недолго, полчасика, и пойдем следом за ними. Тишина, да, Юрий Петрович? Угу. Никого нету, все уехали. Да, даже не верится, что такая тишина. Гомон закончился. Все, тишина. И сейчас рыба должна крупная-крупная пойти. То есть, когда распугивали ее? Да, конечно. Это первый разведчик. Угу. Вот. Нет, чтобы раз. И удочка в дугу. Вот это. Вот тогда было круто. А так, ну, мелочь какая-то клюет. Мелочь, мелочь. Где крупная рыба? А, на флажок. Отстояли флажки, две штуки, ноль, ни одной сработки, и все цело. Трясочка. О, у вас есть, короче. Смотрите. О, тут что-то посолиднее. Так.
если не ошибаюсь. Что-то такое должно быть. Либо сайда, либо трясочка. Такая неплохая. Массив по сегодняшним меркам. Да, 25 метров. Это, конечно, тяжеловато вытаскивать вручную. О, да. Ну, по сравнению с остальными и ничего так. Это у нас рыба. Как раз крайняя. Ну, ни в какую. Минут, наверное, 15 пытались поймать рыбу. Не поймать и все. А вот она крайняя на сегодняшний день. Последняя в сегодняшней рыбалке. Надеюсь. Потому что время уже 15:30. На улице уже темно. О, и ничего так. А, смотрите, загиб был. Сайда рядом ходит. Сейчас клюнет. Не, сайда больше не хочет клевать. Значит, время 15:30, дорогие друзья. Пора ехать домой, потому что уже стало темно. Ехать тяжело, пурга, метель. Надо и как-то попасть вовремя домой. По рыбе. По рыбе я считаю отлично. Сегодня хороший улов. Смотрите, какие сайды отличные. А? Несколько трясочек таких. Ну, конечно, не как в прошлый раз у Евгения такая трещина. Но хоть что-то, чем вообще ничего. Мы едем домой. Все, дорогие друзья, всем счастливо. Всем пока. До новых встреч.